Кто приехал от бабушки с дедушкой? Да, вот так вот. Вот так вот скажи. Не мешай мне с мамой тут общаться. Кося. Что там интересного, дочь? Так, ага, это неинтересно. Так, что еще там есть? Давай, давай, устраивай разбор полетов. Скажи, мам, накидала тут всякой ерунды непонятной, ненужной абсолютно. Да, вот лучше постучать. Вот так, молодец. Вот. Не, не интересно. Алло, алло, Луняш. Алло, алло. Алло, алло. Бабушка, алло, алло. Привезли мне ребенка из детского садика. Это я так называю, когда она уезжает к бабушке с дедушкой. А? Тусую, скажи, там, вовсю, со всеми собаками ползаю. Дедушка, скажи, там, со мной играет. Бабушка мне вкусные супчики варит, котлетки делает. Да, вот. Вот так. Это все интересуются, куда же Луняша пропала? Почему я ее не показываю? Коза, я в детском садике была в своем личном.